Всем привет! Очередная игра, которая open source, открытые исходные коды, которую сейчас попробуем собрать и запустить. Так, что это за игра? Это OpenTTD. Кстати, давайте на Вики хоть глянем, что это такое. Вики. Вики. Так, это портированная версия известной игры Transport Tucson Deluxe. OpenTTD является бесплатной свободной программой. Так, что это такое? Был преобразован в код C++ с помощью дизассемблера. Ничего себе. Вот. Короче, суть игры в создании и успешном развитии транспортного предприятия, которым руководит игрок. Развитие происходит благодаря извлечению прибыли, которая получается от перевозки грузов. Наверное, довольно-таки интересная игра. Так, давай, до свидания, Вики. И нам самое главное собрать и запустить. Все остальное нам не важно. Не важно. Так, смотрите. Git-версия. Вот я открыл. Вот я открыл исходники. И что я увидел? Здесь CMake не используется. Но здесь используется конфигур. Соответственно, по идее, мы сможем сконфигурить. Короче, не знаю, пока поставим выкачиваться. Git clone. Понеслась. И вот здесь, в девелопменте. Вот здесь. Вот здесь я вроде видел. Configuration файл. Компайлинг. Linux. Используйте gmake. Это не то. Да, вот Linux, Unix. Может быть собрано с использованием make. Ха. Но первым делом конфигур, конечно же. Это мы сделаем. А что тут, какие зависимости? libsdl и allegro. Да, так, libsdl, понятно. Это, по идее, уже все стоит. Поддержка компиляторов Intel, Xilinx, Microsoft. Так, ладно, вроде скучалось. О, open. Так, ну давайте запустим конфигур. Конфигуре. Ой. Так, что тут не нашло? LZO. А читается как зло. Давайте синаптик запустим. И в синаптике сейчас эту библиотечку быстро найдем. Dev. Да, dev нету. Окей. Был неправ. Сейчас. libLZO. Так. Давайте еще раз конфигур. Опачки. И по идее make должен был появиться. Есть, появился make файл. Значит, запускаем маке. G10. Понеслась. Надеюсь, соберется без ошибок. Так, мы видим, игра написана на C++. Ну, на Вики было написано, да, что был использован дизассемблер, а потом аж это все на C++. Короче, работа не маленькая. Но, видимо, игра того стоит. Значит, игра довольно-таки интересная. Так, какие проблемы? Тут должны быть какие-то дата к этой игре или нет? Ну, обычно к играм, да, там, как дата, то есть какие-то ресурсы, которые почему-то надо качать отдельно. Вот. Почему-то. Инсталлатион нам не надо. Шарит не надо. Но, что это такое? Не хочу читать. Так. Free Graphic Sound File. А, вот тут, наверное. То, что нужно, third party. Блин. Как мне это не нравится, когда... Ну, а где бинарник? Вот тут, наверное. Когда надо что-то качать еще отдельно, почему вы это не сделаете?
Почему вы это не сделаете? Ну да, как всегда. Что такое? Есть download the график. А, нет, смотрите, она сама... Ух ты! Запустилась. Только, ребятки, мне кажется... Локализатион. Нет, что-то слишком... Only sound... Да иди ты, мне это неинтересно. Интерфейсе. Что в интерфейсе? Что-то так мелко все, ребята. Почему? Viewport. О, блин. А если я закрою? Подождите-ка. Ну, как-то же здесь Gamma Options. Не, ну это Gamma Options. А, вот. English. А Russian нету? Блин. Language. А тут Russian есть? О, Russian есть. Давайте Russian. Есть уже что-то получше, но... Но... Блин, разрешение экрана. Давайте такое... О! Надеюсь, Simple Recorder не залагает. Базовый набор графики. Так, no sound. Ну, нету, потому что там что-то я увидел, написали. Типа... российский рубль, давайте. Размер шрифта. Двукратный. Да, пойдет. Автосохранение каждый месяц. Ну, это имеется в виду игровой месяц. Вы не подумайте. Так, ладно. Ладно, по идее, наверное, игра того стоит. Смотрите. Ну, на C++ написано, можно будет понабирать кучу всяких анимаций. Так, 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 так. Проверить онлайн-контент. Ого. О, так тут можно все скачать, ребятки. А как скачать? Не хочет. А чё вот это вот? Начать загрузку. Ну, как бы да, начать загрузку. А как? А, тут надо галочку. Короче, ребятки. Тут можно понакачивать. Давайте вот так вот, вот так вот, вот так вот. Скачать. Загрузка завершена. Круто. Смотри. Музыка, давайте что, не, музыку еще, музыку, где-то тут музыка, где-то музыка, скрипты, короче, тут много всего есть. И я так понимаю, ребятки, эта игра в принципе, ну как бы не то что развивается, но она поддерживается, потому что этой всей ерунды не было бы просто. Короче, музыку потом, вы, думаю, сам не скачайте. Давайте новая игра. Новая игра, размер карты, средняя дата, 50-е годы, давайте. Так, скролл работает, нормалек. Кнопки вверх, вниз, справа, влево, вот я перемещаюсь. Нормалек. Так, ставим паузу, и мне надо, по идее, список городов. А субсидии, хорошо, выбрать я это могу, да, смотрите, я могу выбирать здание и смотреть, а что они делают, что вот это за здание, это завод, завод, скот, зерно, требуется скот, надо где-то скота набрать, надо, надо, как тут строить, так, давайте правой кнопкой сюда, ничего, левой ничего, показать финансовую информацию, показать основную, список. А, я ж типа зарабатываю за счет перевозок, правильно? Хрен его знает. Короче, обычно просто надо пауза. Как с паузы снять? Пробел, что ли, или как? Вот, я снял с паузы. Большая скорость. Это по ходу эмулируется разные времена года. Да, вот смотрите, меняется, засевается все. Все засевается. Не, наверное, игру ускоривать не надо. Мне как-то надо тут что-то... Список автотранспорта. Короче, я такой игрок, если честно. Я думаю, вы сами со всем этим разберетесь. Но судя по тому, что она, ну, как бы не то, что на топах. В Unix я не... Ну да, в Unix, ладно. Не то, что в топах, но эта игра на хорошем счету в рейтинге игр под... Linux, вот, поэтому здесь довольно, я думаю, интересно. Таблица рекордов даже есть, крупнейшие компании, достигшие.
Так, наверное, все-таки надо здесь понакачивать всего, музыку и все такое. И где-то в выбранном наборе отсутствует 5 спрайтов. И где-то, походу, все равно здесь есть этот в обучении. Либо же это обучение, возможно, есть в бинарнике, потому что, возможно, в девелопменте, да, там, может быть, есть где-то настройки какие-то, в которых просто отключено это обучение. Но эта игра на хороших рейтингах. Она, по-моему, на втором или на третьем месте по популярности. Вот, скорее всего, здесь очень, ну, хорошая задумка, логика здесь этого всего, вот. А графика это уже вторично. Короче, вот эта игра, эти ссылки будут в описании к игре. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.